Ну вот не все дома, не все жилища в GTA San Andreas одинаковые. Вот если кто-то не видел, вот этот дом. Это Сан-Франциско, он в такой подсобной территории находится. В общем, смотри, блин, офигенно под телек такая самая встроенная, да? Тумба, тут еще видеомагнитофон. Да, мы можем, кстати, посмотреть через фотик. Да, видишь, тут даже можно, по идее, даже цифры увидеть, горят. Видеомагнитофон, самый настоящий. Ну, здесь все, всякие спальни, гардеробные, ну, в общем, это такой, короче, блестящий домик. В гараже у меня здесь стоят всяческие транспортные средства, вплоть до средств заработка. А, значит, пожарной машины. Вот радио как было отключено, так и есть у меня на мотоцикле. Так, закрывайся. Закрывайся, молодец. Ну, теперь давай еще минуточек 10 погуляем, посмотрим, что здесь, как и куда. Может быть, немножко. Да, вот, кстати, это опять же церковь, по-моему. Большущая. Просто, практически говоря, целый храм. Давай, 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 залезай. Что это почти, ведь почти я залез. Вот на мотике удобнее по горам лазить. Дай подъедем к этой церкви, потому что вот на маленьких церквах, в этом, в Лас-Вегасе, там какие-то пасхалочки, ну, всякие предметы важные и нужные. Ух ты, по этой дорожке я точно никогда не ездил. А точно ли это церковь, ребят? Это ж нифига не церковь. Дай подъедем. Может, нам скажут. Это, блин, похоже. Не знаю, на что это похоже. Сейчас нам скажут. Гостиница, я думаю. Фотик. Еще один болтается. Да, вот здесь, может быть, есть вывеска. Да hate me. Ну офигеть, это самое Overlook отель, конечно. Ну, наверное, может быть, это, кстати говоря, теннисный клуб. Вот, потому что, видишь, тут теннисный корт. Потому что подобное же здание какое-то было в высшей степени, ну, как это сказать, не просторное, какое там слово-то подобрать, масштабное. Вот, масштабное здание, и это был гольф-клуб. Видишь, здесь вот несколько этих самых для большого тенниса, да, полей. Ну, для большого тенниса, для чего же еще? Значит, может быть, это теннисный клуб. Так, бензопила. Что, взять, что ли? А что она у меня заменит из инвентаря? Давай возьмем. Что-то заменила. Только не говори, что миниган. Нет, миниган на месте. Я представляю, что это будет за эффект, если этой бензопилой драться. Ну, сейчас попробуем, только немножко. Совсем чуть-чуть. Просто какой эффект, просто чтобы знать. И все. То есть, ну, скрошим в капусту всего одного чубрика. То есть, мы люди хорошие. Дай попробую с девушкой познакомиться. Как я тебе? Я секси вообще. Так, ну давай. Вот, видишь, все. С одного удара. Ну, ужас какой. Ладно, все, больше этим не буду заниматься. Ну, в случае столкновения с бандами, конечно, может помочь. Даже очень. Вот этот, кстати, район я уже тоже исследовал. Мне кажется. То есть здесь, по-моему, как типа каких-то таунхаузов. Дай вылезем, посмотрим. И, ну да, то есть можно так перелезать, как в этом самом, подожди, в каком-то фильме «Животное». Есть такой замечательный фильм, если ты его не видел, он где-то 2001 года примерно. А, актриса там очень симпатичная. Я, это актриса просто, я
не то чтобы был его фанат, я был в нее влюблен в полном смысле слова, мечтал, что мы встретимся. И мы могли встретиться, потому что был 2001-2002 год, фильм только вышел. То есть она как раз была еще столь же молода. Сейчас ей уже полтинник, как и многим другим достойным голливудским женщинам. И это очень жаль. Это очень жаль. Потому что хорошие люди не должны стареть. Я так считаю. Вообще это фигня какая-то с этим старением. И мне это тоже предстоит. Просто даже, ну, как и всем остальным, думать даже об этом не хочется. Ну что, строечка впереди, там какой-то у нас, видимо, даунтаун. Здесь у нас что? Тоже получается... А, это вот походу... Я не знаю, что это походу. Поле для гольфа, может быть. Но полосатое, как футбольное поле. А, даже с трибунами. Ну ты глянь. По трибуне можно и на мотоцикле покататься. И заборчик можно сшибить. А ну-ка, дай-ка я хочу подпрыгнуть на этой самой... На этой трибуне, как на трамплине. А потом посмотрим, там вот на периферии нарисовалась собственность. Посмотрим, сколько она стоит. Ну что, настраиваемся. Там дырка в заборе. О! Да, не положено так делать. Туманчик опять, туманчик, ребятки. Так, вот прямо по курсу домик. Я думаю, цена баснословная. Надо будет знать хотя бы, к чему стремиться. А, это номер в отеле, я так полагаю. Да-да-да, номер в отеле. Может, он до 50 тысяч долларов. Ёк-махарёк. Ну что же. Я думаю, что в одну из следующих игр... Игровых сессий моих. Надо будет заработать бабла, чтобы этот домик купить. Давай посмотрим, какая ближайшая сохранялка к нему. Ровно позади. Так, ровно позади, да? Ну, примерно я понял. Так, значит, мы сейчас просто разворачиваюсь в противоположную сторону. Сейчас посмотрим, куда я носом. Ну да, и теперь можно взять. Надо будет взять чуть-чуть правее, по возможности. Все, вот сейчас вот так еду. Потом я сюда заворачиваю. Вот, и сейчас... А вот это что? Что вот за этим забором? Блин, забор, я тебе скажу, знатный. Я, кстати говоря, тут провалил какую-то миссию. По-моему, миссию пожарника. Что-то я тут провалил. В общем, я вперся внутрь вот этого забора. Ну, забор как у аэропорта. Что это может быть? Давай разберемся. Попытаемся. Так, рядом фабрика. Здесь въезд есть. Сюда, на территорию. Сейчас разберемся, подожди. Не, а вот, есть въезд. Сейчас, может, нам напишут, а? А, ну-ка. Федерал Минт. А что значит Федерал Минт? Что такое Минт? Они написали, нет, там это самое на экране. Так, а сюда? А что такое Федерал Минт? Ух ты, это что такое? Похоже на... Ха! Наполовину матюгальник, наполовину какой-то... УЗИ-аппарат, наполовину вентилятор. Надо будет узнать, что такое Минт. Слушай, подожди, я сейчас ведь узнаю. Подожди. Сейчас я переводчик загляну. Сейчас, не... Подожди секунду, просто в течение этого видео я уже тебе скажу. Что такое Минт. Блин, у меня долго грузится. Сейчас, ребята. Переводчик. Где он у меня, переводчик? Переводчик. Так, сейчас я спешу с английского на русский. Так. Переводим. Минт.
мята, монетный двор, чеканка. Так-то переведем сейчас федерал, подожди. Федерал. Минт. Федеральный монетный двор. Вот так-то. Вот мы и узнали.